Бензин подорожал сразу на 60 копеек. Выросла цена топлива 92-й марки. В сети автозаправок 25 часов. Литр стоит 28 рублей 50 копеек. Хотя еще в субботу его продавали за 27,90. Другие заправки пока держат цену на прежнем уровне. Напомню, последний раз цены на топливо в рознице увеличили 3 месяца назад. И на этот раз бензин подорожал вопреки прогнозам антимонопольной службы. В конце февраля эксперты из УФАС уверяли, весной роста не будет. Объяснить удорожание 92-го бензина нельзя и расценками на нефть. С сентября прошлого года котировки неуклонно шли вниз. Только за последние 2 недели баррель подешевел на 3 доллара. Представители крупных сетей объясняют, стоимость бензина на красноярских заправках не зависит от мирового рынка. Ее устанавливает завод-изготовитель.